Китайское правительство, обвиняемое в ассимиляции и геноциде уйгуров и других национальных меньшинств, содержащихся в лагерях Восточного Туркестана, преподносит мировому сообществу данные лагеря как школы профессиональной подготовки и реабилитационные центры. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан заявил, что официальный Пекин, пригласив делегации некоторых стран посетить Восточный Туркестан, показал свою открытость и ознакомил гостей с будущими проектами. Ген Шуан строго осудил позицию США и подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая необоснованы. В свою очередь, один из высокопоставленных чиновников США в интервью информационному агентству Reuters заявил, что визиты в Восточный Туркестан заранее спланированы китайскими властями для введения в заблуждение и сокрытия реальных проблем. Активисты из Восточного Туркестана и Тибета вышли с протестом против прибывшего во Францию главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Одновременно с протестами в Нью-Йоркском университете прошла конференция, посвященная Восточному Туркестану. На конференции выступил заместитель главы Всемирного уйгурского конгресса Омар Канат. Венесуэла протестировала противоракетные комплексы С-300, завезенные из России. Израильская оборонная компания ImageSat International сообщила, что противоракетные комплексы установлены на территории авиационной базы «Капитан Мануэль Рио», находящейся на юге Каракаса. В рапорте израильской компании утверждается, что тестировка была проведена для готовности к возможному вторжению извне. Решение президента США Дональда Трампа о признании Голанского плато официальной территорией Израиля вызвало недовольство мирового сообщества. Трампа осудили главы России, Англии, Евросоюза и ряда других стран. Премьер-министр Греции Ципрас заявил, что истребители военно-воздушных сил Турции пытались сбить вертолет, на борту которого находился он сам и высокопоставленные лица правительства. Однако турецкие источники опровергли заявление Ципраса и сообщили, что истребители турецкой армии выполняли плановый полет.